10 секунд того, как ты можешь услышать свое имя. Ты идешь по длинному коридору, ты понимаешь, что ты ближе и ближе. Ближе и ближе наступает момент, когда ты сейчас должен выйти, и на тебя будут смотреть миллионы, миллиарды людей. Ответственность жуткая, но я сам этого хотел. Семнадцатое место. Тогда я был очень расстроен. На какой-то момент у меня мозг дал сбой. У меня все отключилось в голове. Боялся. Травли. Я боялся, что будет какая-то травля. Огромная травля, дикая. Я боялся, что вообще, что я приеду и вообще перестану заниматься музыкой. Когда мы спустились уже с самолета, слышали... Я увидел просто толпу людей. И просто люди вокруг начинают аплодировать, потом ты выходишь на улицу, а там еще больше толпа стоит, фанов, с подарками, с Гавайем. Да? Я понял, что меня здесь ждут. Боже мой, Украина. Да, ну позначь номер. Я вообще попрощался с этим образом. По-нашему? Знаешь, у меня же... даже глаз пробил. Я собрал первый свой солдат в Киеве, 1500 человек. Я такой выглядел, взяли концерт в Германии. Мне вообще всего хватает. Мне не хватает вот только вот этих отношений, мне кажется. Знаешь, как мне приятно, когда вот меня спрашивают там по поводу личной жизни, а я решил написать девушке в директе, и она выкладывает это себе на историю. Должна быть какая-то грань. И мне иногда так страшно, что так вот таким образом я никогда не смогу себе что-то все-таки найти, потому что на этом любят ловить хайп какой-то, я не знаю. Так приятно, что там Мелани написал, они хотят поделиться этим совсем. А я не хотел совсем, я хотел с тобой. Было чувство побаться, но чувство оказалось, его смыли в унитаз и вынес историю. Вот так. И потом появилась песня. Эта песня «С тобой зимой годик» как раз это предательство. Вот так. Поэтому на этом выступлении, пожалуйста, нажмите чуть-чуть стоп-кран времени. Thank you.
Друже, я просто дивлюся, чи все гаразд, чи око на місці. Тільки трошки інше. Тільки трошки інше? Своє? Ні, трошки не своє. Окей, ні, я просто пам'ятаю, знаєш, коли ти виступав минулого року і переймав Андрій Данилко, казав, я зуб даю, каже, я зуб даю, що це око Мелвіна зробить фурор на Євробаченні, що там вся Європа буде ходити з такими очима, з різними. От, то скажи нам, будь ласка, що відбулося після твого виступу на Євробаченні? Воно зробило фурор. Перезіли, пересіли по центру, ці, що за нами сиділи. Сиділи, гікали, вже їм спати хоче. Вже все, спать. Це як не Дорофеєва, а Матвієва вийшла танцювати. Що вона перепереглася? Щось їм мала? Не Джамала лазить. Не бить, то Джамала в тілі. Джамала, іди сюди. Іди сюди, то мене. Це все оку зроблено. Відео запишу. Махання щось. Я знала, я б теж плачу в діла. У мене такі очі красиві, у мене лучше. Матрос, чертяк, що? Банчик зверху. Подобається. Матвієва щось там, звірка. Я би своє біле оділа, у мене теж таке зрюшне. А ви те, що на гарну втерпати? Ні. Це біле, що в Єгипті було. Це краще, ніж це Джамала. Ну, може, вона стоїть 10 тисяч доларів на тиждень. Оце плаття з пошитмана за ок. Це дуже дешево. Нема що шити, воно взагалі дешево. Це дешевий варіант, я тобі скажу. Це ж може, це ж з тебе дає плаття. І всім костюмам. Ні, не всім костюмам. Це все шити, взагалі. Це дешевий Перезіли, пересіли по центру.